Тут продается трехэтажная вилла за 1 миллион евро. Я тут снимал, одна вилла продалась. Сейчас осталась еще одна вилла. Вот. Такой Infinity бассейн. Вот такая вилла. Значит, эта вилла продалась, которую я снял. Я наподобие этого покажу эту виллу. Продается сейчас вот та вилла, которая в самом наверху. Вторая тоже продалась, как мне сказали. Цена 1 миллион евро. Да, дорогие зрители. Сейчас я вам покажу. Здесь высокого качества все стройматериалы использованы. Такой вот вид. Прекраснейший. Тут садик, открытая парковка, крытая парковка. Все есть. Вот гараж. Покажу здесь. Вот гараж. Также будет наверху. Я туда потом поднимусь. Просто покажу вам этот... Именно вот этот... Эту виллу. А потом пойду вверх. Вот здесь гостиная. Здесь будет фитнес, вроде как мне сказали. Кайф. Так. Сауна. Все тут есть. Вот сауна с видом на крепость Алании. Так, что тут, санузлы, это гараж, понятно. Поднимаемся наверх. Поднялся я на верхний этаж. У нас здесь вот такой камин. Автоматический жик. Вот такая вот система автоматическая. О, вот такая гостиная верхнего этажа. У нас такая вот кухня. Вот такой мрамор. Красиво. Ой-ой-ой-ой. Золотой молоток. Это у нас гранитная раковина. Вот так, золотой молоток. Доводчики, молотчики. Все есть. Так. Сломаю, заберу домой. О! Вот как у вас системка. 1 миллион евро. Да. Супер-пупер вилла в Алании. О, какой большой балкон. Тут также есть зона отдыха. Наверху интересно, очень красиво там, наверное, подняться на самый верх. Не буду тратить время. Наподобие вот этого будет также третья вилла, которая будет наверху. Везде теплый пол. Здесь у нас вход. Ага, здесь тоже цветы, деревья, все посажено. Ага. Так. Закрываем двери. Здесь у нас санузел. Света нету. Большой санузел. Так, здесь спальня. В таком цвете. Зеленый какой-то. Темненький, темновато тут. Вот двери. Внутри красиво все покрашено. Идемте наверх. Мастера работают. Здесь у нас отдельная гардеробная, тут спальня. О, вид с первой виллы. Представляете, что там вид с третьего этажа, там
наверху еще третья вилла, а тут какой вид. Мне надо срочно туда подняться. Вот санузел спальни этой. Так. А ясен. Еще один спальня одна и санузел. Тут гардеробная. Тут тоже санузел. Со всех санузлов вид на всю Аланию. Интересный проект тут такой. Еще одна спальня. Земельный участок 1180 квадратных метров. Уже квадратные метры я не смогу посчитать, потому что тут лабиринт. Тоже что-то санузел. Тут какая-то большая спальня. И здесь у нас санузел. Видишь, какие ручки. Так. Здесь вида нету на крепость. Один санузел спрятали. Так вот. Так. И сейчас поднимемся на террасу. Так. Терраса. Там у нас санузел. Еще один санузел, но я сразу на террасу. Здрасте еще раз. Так. Дорогие зрители, футбол, мутбол, волейбол. Все можно поиграть на этой террасе. Я сейчас буду подниматься наверх. Вот такой вид. Ах, красота, ляпота. Эта вилла тоже продана. Сейчас я поднимусь на ту виллу вот там. Все, ждите, дорогие зрители. Иду туда. Шикардос. Бомбистос. О, Отдышался я там, пока поднимался. Потом у подъемнику. Там подъем был. Все под руками. Смотрите, как красиво. Красиво. Крепость Алании. Расстояние отсюда до главной дороги. Вот там дорога. До объездной 2,5 километра. А до моря где-то 5 километров, как минимум. Здесь у нас будет бассейн. Дорогие зрители, вы, если решите купить эту виллу, его начнут доделывать и сдадут вам за 3-6 месяцев срок эксплуатации вот этой виллы. Те купили две виллы, и они начали его доделывать. А так что пока стоит скелет этой виллы. Цена, миллион евро. Миллион алых роз. Вот. Снова показываю вам вид. Красоту. И себя тоже покажу. Красиво очень. Я глазами не могу передать, какой здесь видос. Все, с вами был Агаси из Солнечной Алании, район ТП-2. Эта сторона равнина 2 означает, или гора 2. Всем счастья, благополучия, радости, веселья, здоровья крепкого, побольше денег. Жду вас звонка. Покупайте. Вид никогда не закроется. Всем пока-пока. I'm fed up with changes. Come pick me up, 'cause I just wanna see the light. I wanna be weightless. Teach me to fly, I won't be coming down. Could somebody wake me up? I don't wanna be here and let the world pass me by. Yeah. I just see your face where ever I look, she's standing in the crowd. I don't want to, but I'm gonna try. When she left me, yeah, let a little bit inside. You know, maybe things are gonna be alright. 'Cause I just wanna see the light.
So sick of waiting and getting too restless to be in this dusty town. I've heard of this place where people forget and you.